Какая-то странная надпись. Всем привет! Это Кактус, и я продолжаю мучить Лару. Да. В игрушечке под названием Rise of the Tomb Raider. Так, мы там новые скиллы. Рот какие-то, считает, да, что вот очку я должен навыков. Научиться стрелять. Сегодня он преподал мне несколько уроков. Я совершенно безнадежен. Я всегда говорил, что все, что нужно на природе, крепкая трость и удобные ботинки. Сказал ему, что лучше управляюсь со словами, чем с оружием. Он посмеялся и предложил мне словами усмирить разъяренного бизона. Я ответил, что для этого у меня есть он. Спасибо ему за заботу, но мне почему-то кажется, уроков больше не будет. Рот всегда говорил, что глаза и руки у меня от мамы. Тем летом он начал учить меня стрельбе. Я стала даже слишком хорошей ученицей. Да ты чё? Так, лунная тень. А где, откуда у меня лунная тень? Плюс 100 опыта дали. Давай. Офигенский. Так, больше обойма. Да, давай. Отлично. Теперь у меня обойма просто офигенская. Так, у тебя я могу что-нибудь сделать? Ничего не могу. Ладно, так, назад. А все, я больше ничего не могу, да, сделать? Шкура нужна. Так, а лук у меня весь, да, сделан? 1-4. Тут ничего нового. И тут 2-4. Так, куртку не могу. Блин, пружинку надо было на куртку. Сюда тоже какие-то слитки нужны. И тут. Ладно. И так сойдет. Так, быстрых переходов у меня. Так, нет, не туда. Вернись-ка, экипировка. А, тоже не могу ничего. Ладно. Так, назад. Так, напомню, что было в прошлой серии. Прошлой... Уничтожила все передатчики? Еще нет. Я не все нашла, но найду. Да. Так, нет, а мне не надо револьвер-то использовать. Я хочу использовать другую пушку. Так, оружие. А, вот, поставить надо просто. Давай. Вот. Этим стрелять будем. Эта пушка мне больше нравится. Так, напомню, что было в прошлой серии. Значит, нашли вот этого чувака. Там всех перебили. И этот чувак нам сказал, говорит, уничтожить передатчики. Да. Так, а карта где у меня? У меня есть карта? Так, пойти по выживанию, так, инструкция по выживанию, нет. А, тап-карта, так. Значит, это у нас чё? Так, это не надо сюжетное. А второстепенное где? Так, уничтожить радиовышки. А как много радиовышек-то? Их сколько у нас? Раз, два, три, четыре... Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, шесть вышек. Ах вы, блин, такие. Такие сики, да. Так, ладно, давай, вот тут еще посмотрим, облутаем, может, что-нибудь. Да, вот княжинца какая-то. Я проник во вражеский лагерь и узнал, что они пришли за сокровищами горных недр. Они понятия не имеют, какую тайну мы храним. Строители железной дороги сами пленники, рабы Красной Армии. Теперь по железной дороге движутся огромные машины, которые привозят новых рабов, провиант и сырье для постройки небольшого города. Пора мне вернуться к моему народу и спланировать нападение. Если мы сумеем измотать их прежде, чем они доберутся до горы, возможно, они сдадутся и повернут назад. Да фиг повернут. Никто не сдастся. Русские не сдаются. Ботинки, давай ботинки возьмем. Ты же мерзнешь.
дура. О, ящик чуть не пропустил. Патрушки. Патрушечки мне нужны. Я сейчас буду шмалить налево-направо же. Так, это я что, уже собрал? Ай. Промазал кнопушечкой. Так, мне надо как-то теперь пробраться туда. Это я, значит, если вот так побегу, да, и вон туда поворачиваю. Отлично. Ну, там еще внизу что-то было. Так, 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 стой. Так, а что ты мерзнешь-то? Может, тебе куртку переодеть? Ты закончила? Уничтожила, нет, не закончила. Все передатчики. Еще нет. Я не все нашла, но найду. Так, рюкзак. Нет, не рюкзак. Выйди. Оружие, экипировка. Современная утепленная зимняя куртка в красно-черных тонах идеально подходит для скалолазания и других экстремальных занятий. На мне вот это. Утепленная зимняя куртка в белых тонах. Одежда потомков выгнана в византийском стиле. При извлечении... Может это одеть, может и это мерзнуть не будешь. Хотя тебя так видно будет. А кожаная куртка это что, для города, наверное? Нет, так ты вообще у меня замерзнешь, сучка. Давай вот это оставим. Так, а как выглядит хотя бы? Ух, ни хрена себе ты! Ну-ка, покрутись. Нет. Вот, вот эту бы... Нет, тоже мерзнешь. Тоже мерзнешь. Ладно, давай. Вот это оставим. А, это у нас стоит уже. Давай, выход. Нету куртки. Ну, ладно. Нету, так нету. А ты ж... Оленя видел. Ну, может, сейчас сверху его прибью. Зачем вторую стрелу пускал? Я мог. Мог и так одной стрелой. Так что, волки, наверное, сожрут его, да? Так, выше пойдем. Сказал, выше давай. А нахера выше? Не понял нифига. Ладно, пойдем оленя заберем. Нет, 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 слезь, слезь еще. Пойдем заберем оленя. Ух! Мордой в снег. Не хотел, а мордой в снег-то падать. Ты какая красава-то. Ладно, пойдем наверх. Да давай, да шо ж ты, вот где-то лазишь как Рэмбо, где-то прям вообще просто пролезть не можешь. Сейчас уйдем с этого витрила, не ссы. Так, мне надо... Вот сюда. Так, а чё? Не понял. Да. Так, ладно, значит, мне, значит, надо по этой штуке. О, флаг сэровский. Это хоть правильно они нарисовали. Так, а мне нужно вообще наверх. Да, мне вообще наверх надо. Мне, потому что надо вон по той пробираться. Вот, тут ты не колотишься, да? Надо думать, в бочку залез. А, два раза. Не колотишься, все-таки. Давай, забрать. Забери. Ха!
Ах ты молодца. Так, что еще полежки можно взять, нет? Найдите вход. Какая в задницу гробница? Чтобы взломать замок, удерживайте Е. Отмычка нужна. Да что ж вам везде отмычки нужны? Мы оказались глупцами. Беспечными, самонадеянными дураками. Хотели остановить их. Красная армия превосходит нас числом. Их оружие лучше. Они упорны. Многие из моего народа и я в их числе оказались в плену. Нас заставили работать в недрах нашей же горы. Рано или поздно они узнают о нашей тайне. И мы должны быть к этому готовы. И еще бы, русские так просто не сдаются. Вы че? Книжек не читали? Так, книжки полезно читать, это русский учится. А где я тут найду тебе вход-то? А-та-та-та-та-та. Блин, я мог сюда так пройти, нафига я карабкался вообще? Так, а мне нужно. Осторожно. Мне нужно туда. Так, чего-то не захотел. Так, охота. Шкуру убитых животных пригодится в изготовлении снаряжения. На кого охотиться-то? А, волки. Ёшка ж матрёшка. Не защитился. А что-то мне нужно было тыкать, я что-то, наверное, не в ту сторону тыкал. Так, это я где? Я с пушкой, да? Фу, давай тогда сейчас сразу их из лука расстреляем к фигеням нафиг. Так, внизу 10. Найдите вход. Что я сделал? Но самое главное, эти падлы не смогли пробраться. Убегли? Ладно, хрен с вами. Что, где-нибудь с тылу подойдут? Им тут оленя жрали. Рядом дополнительно найдите вход. Вот это что ли? Вот они. Да я ж тыкаю. Сраные волки. Вон он. Сразу, блин, пятку врубил. Давай. Будешь знать, как на девочек нападать.
Так, я ж тут уже все облутал, да? Топор не хочешь взять? Не хочешь. Так, патрошки нам не надо, это нам не надо. Да, смотри-ка, лутается. У меня просто сразу с чекпоинта стартует. Второй раз волки сожрали, это ж... Нахрен вас. Понял. Фух. Я же убил там их. Да знаю я, где вход, хватит мне трещать-то. Меня волки напрягают. Так, этих уже облутать не могу. Где вы, твари? Попал же. Куда ты залезла? Так, я всю пулю потрачу. По-любому еще один где-то должен быть. Не должен быть, а есть. Где-то шершится. Так, а это что значит? А, я ж следопыта выучил, да. Я ж теперь могу это раненых услеживать. Так, 43 патрона, потому что, блин, не хочу больше погибать. Не ори, ты чё, дура? Так, грибы у меня все. Блин, не видно же дальше, блин, носа своего. Не любишь, когда стреляют? Мне показалось, это волчьи глаза. Так, а еще не могу шкурку собрать. Так, вот еще что-то. Да вот, по-любому же валяется. О, о, руду, руду, руду пропустил. Давай, копай. Все еще не осталось. А где-то уже были такие прям вот. Пынь, 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 вот так вот делалось. Там что-то есть, блин, а я туда пройти не могу. Как эти шипы ломать? Так, ты куда, волчара, сучара? Делся-то. Так, тут нифига не карта испытаний. Я просто тут дополнительные ресурсы нашел. Ну ладно. Идем отсюда мы.
Так, а надо мне, значит, он туда, да, вышку сломать. Так, это явно не поверху. Ну ладно, потом мы тебя найдем. Дополнительные испытания. Сейчас, погоди, мы дай буду. Разберемся со второстепенной задачей. Ретрансляторы связи. Наверняка работа троицы. Да, ох ты ж, красава. Так, одно. Одно есть. Второй где? Второй. Опаньки. Чё я нашел? Нет, не так. Ладно, пойдем по-другому. Так, а что это? Как? Мне туда-то, мне туда-то забраться. Так, тут ты не хочешь прыгать, а тут? Красава. Нет. Наверное, вот тут надо прыгнуть. О, там табличку русскую видел. Ух, нихера себе. Одного успел пострелить. Блин, все стрелы потратил. Нет, 14. Ты чё лук достала? Тут чё, кто есть, что ли? А, вон ещё обелиск. Пойду вернусь. Не, ради этого надо вернуться. Ай... Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку. Но понять ничего невозможно. Вечная слава героям независимой Советского Союза. Да, все то же самое написано. И все так же с ошибками. Они везде, наверное, это написали. Так, ну-ка, вот это. Мои познания в русском невелики, но, по-моему, это какая-то карта. Какая-то карта, ты чё? Там просто надпись какая-то. Я, блин, лучше тебя русский знаю, а? Офигеть. Так, волки обратно не вылезли? Вылезли. И еще один там, да? Нет, это птичка была. Да ты хорош, чё ты упираешься-то везде? Я сейчас ещё в пещерку зайду. Так, только мне нужно вон тут собрать. Где вон он? Я русский выучу немного. Так, а как туда зайти-то вообще? Как-то сверху. Может, вот тут? Нет, тут за ящиком. Вот.
Вы первыми зажгли звезду прогресса. А, это во славу космонавтов. Красава вообще, я думал, не допрыгнет. Я нашел сундук, большой сундук. Пойдем в сундучок еще болтаем. Да давай, А, у меня все, у меня пол. Так, ну давай, давай сделаем стрелы. Я болтаем. Опа. Хорош. Так, а вот это я смогу обрезать? Нет. А как мне это спустить вниз? Никак? Ну ладно. Это СССРовский сундук. Чё там? Деталь лука. А нахер, нахерашеньки? Так, а ты спускаться по лесенкам умеешь? Умеешь. Только это не по лесенкам. А нет, по лесенкам. Только тыкать постоянно надо. Ладно, пойдем. В пещерку сходим. Я могу вон туда еще наверх забраться. Так, а у меня тут волк был убитый. А, вот он. Давай, собери с него. Собери шкуру с него. Так, ты куда? Ну-ка, стой. Мы так не договаривались, да? Ты что, еще не мертвый? Блять, какие-то... Это не волки. Ладно, убег, убег. Хрен с тобой. Я шкуру с других соберу. Так, а мне нужно тут... Так, а тебя же я собрал, или тебя я не смог собрать? Да, тебя я не смог собрать. Текстуры видно, ты провалился. Так, чё? А, грибы у меня целиком. Чё тут булькает? О, руда, руда, руда. Так, собрали плюс два. О, еще одна карта. Карта Архивиуса. На картах Архивиуса указано местоположение документов, реликвий и фресок. Отлично. Давай посмотрим. Вот, да я как много ты еще не собрал-то. Так, а вот это что такое? Реликвия, реликвия. А, это я, наверное, тоже не нашел. Гробница испытаний. Задание связь прервана. Еще одна реликвия. Монолит. И реликвия. А вот этот монолит, который я прочитать не смог, да. Так, где-то пес пулил. Да вот, где-то тут скулит прям. Черепа, вы даже людей хавали. Ну вы прям вообще просто... Не люди. Так, а мне куда? Мне, значит, там уничтожить? Обелиска, я тут прочитал же тебя.
Или вон наверху? Ладно, пойдем вот отсюда посмотрим. Так, а что мне тогда с тобой делать? Нафига ты мне тут, а? Понял. И что, ради гнезда я сюда? Нет, не только. Так, перим полный инвентарь. Переполный инвентарь. Вот, еще одна дырочка. А, нет. Нифигашень. Или фигашеньки. Куда мне тут? Наверху тут. Давай, цепляйся. Ай, ты чу-чу-чу. Ты б так свалить смогла, дуреха. Ага! Опять чуть не свалился. Так, значит, он еще одна вышка. Нет там никакого обелиска, я там все прочел. Так, тут-то я на кой. Так, это оттуда спуститься, это оттуда спуститься. Ах ты ж чё, ты падла. Где ты, как в танках не работает? Да замри. Все равно помрёшь в таком холоде-то. Подсветите, дайте светлячка. А, вот он. Да хорош, так-то вот сейчас все стрелы потрачу. Нифига себе поворот. Я так еще ни разу не прыгал. Так, 2 из 5. Ладно, с гнездом хрен с тобой. Пойду я за Лениной. Ты чё? Нафига ты сразу, блин, вниз? Так, где у меня тут? Вот один. Так, а чё следы мне не кажут? Так, еще одну пещеру нашел. Еще одна вышка. Тут всего так потрогать можно много всяких там. Три, пять, давай. Еще пещера. Прям все прям так поисследовать хочется, времени не хватает. Прям всего так много тут. Три-четыре деталь. Так, тут я уже все собрал. Так, зачем мне наверх? Флаг, штоп и чё?
Так, чтобы перерезать веревку, требуется боевой нож. Ага. А зачем мне знамя снимать? Это же русское знамя, нафига оно мне? Да ты ж прям все никак не нарадуешь меня. Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Собранная из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Игрушка, исполнитель желаний. Так, снаряжение отсутствует. Чтобы пройти дальше, требуется комета. Чё за комета? Ну дела. Какая-то комета нужна. Так, вниз я прыгать не буду. Отсюда, по крайней мере. А, вот лесенка есть. Комета, чё за комета? Давай, 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 спускаемся, спускаемся, спускаемся. Ты можешь побыстрее спускать? Нет, 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 нет. Отлично. Так, ладно, пойду тогда. Второстепенное задание да выполню. Мне еще осталось раз, два, три вышки. Пойдем вот так тогда по этому ущелью. И вернемся на костерчик к другу. Якобы другу. Так, а я туда иду-то? Нет, не туда, мне поверху надо. А поверху я хрен пройду, наверное. Да, ты тут на попке катаешься только. Ладно, пойдем там посмотрим. А, вон, наверное. Вот туда мне, нахуй. Так, стены, которые можно забраться, по каменным склонам, ледниками, скал можно забираться. Так, ну отлично. Ну, хорошо, что мне сказал. Вот поеду. А, во! Так, ты чего промазала? Понял. Да ты что делаешь? А, вот так? Да. Мне не обязательно было туда сбираться. 25. Костерчик. Ладно, тогда на этом закончу записываться. И продолжу в следующей серии. А, да, вот вышка еще одна, которую сломать. Отлично. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте пальцы вверх. Продолжение в следующей серии. Пока-пока.